Председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко пригласил жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать, исполнив свой гражданский долг. Я всех ульяновцев поздравляю с тем, что стартовала избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. Сегодня в 8 утра открыли все, без исключения, все 940 избирательных участков. Люди голосуют, причем, как я понимаю, как мне уже сообщили, очень активно. Поэтому выборы начались. 404 избирательных участка в Ульяновской области оснащены средствами видеонаблюдения. Камеры будут работать круглосуточно до окончания голосования. В центре общественного наблюдения установили 8 больших экранов, на которых можно увидеть 48 изображений с разных участков. Трансляция ведется в режиме реального времени. Каждые 15 секунд картинка с одних участков меняется на трансляцию с других. Почему центр здесь? Почему мы с утра сегодня здесь? Действительно, как бы мы еще раз показываем открытость выборной системы Российской Федерации. Центр общественного наблюдения позволяет абсолютно любому гражданину, достигшему 18 лет и зарегистрированному в общественной палате, на основании паспорта прийти поучаствовать по наблюдению за выборами. Это самое главное. Выборы президента определят будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. В избирательной системе России появилось много прозрачных, демократичных, удобных и понятных инструментов. Один из них – это система общественного наблюдения. Мы провели огромную подготовительную работу по обучению наблюдателей по так называемому «золотому стандарту». Я много раз говорила о том, что «золотой стандарт» разработан в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии – и разработок общественной палаты Российской Федерации, что еще раз подчеркивает вовлеченность гражданского общества, интерес гражданского общества к самим выборам. В Центре общественного наблюдения за выборами работает 5 квалифицированных юристов. Им можно задать вопросы по избирательному процессу по телефону горячей линии 8 800 444 16 73. Также на избирательных участках с 15 по 17 марта работает выездная экспертная группа, цель которой – предотвратить нарушения. Помимо наблюдателей от общественной палаты Ульяновской области, 467 участков у нас еще и обеспечен наблюдением со стороны общественных наблюдателей от общественной палаты Российской Федерации. Ну, надо сказать, что это очень серьезная команда, команда действительно подготовленных специалистов, которые знают не только избирательное право, но и которые знают, как разрешить вопрос в той или иной конфликтной ситуации. Выборы президента Российской Федерации продлятся 3 дня – 15, 16 и 17 марта. Все участки Ульяновской области и России ждут избирателей с 8 до 20:00. Валентина Никонова, Анатолий Рассохин, Олправда ТВ.